версии. Сегодня тема у нас, мы поговорим про .NET Core, про его последние и именно базовые вещи, то есть понимание, потому что тем много можно опять сказать, завязаться на какой-то тулинг, но через месяц все поменяется или даже завтра. Мне очень интересно, больше хотелось сделать эту презентацию идеологическую, да, то есть показать, что куда развивается, зачем это нужно, чтобы было понимание. Потому что недавно проводил воркшоп в рамках TechSpace сессии, и после того, как мы с людьми поработали практически, тут больше возникает вопрос, хорошо, вот оно есть, а что делать, как мне быть готовым, когда мне это использовать, когда нет. Вот. Зовут меня Игорь Фисенко. Я работаю у нас в компании в Center of Excellence Critical Services. Вот, в принципе, занимаюсь основным стеком Microsoft и интересуюсь. Вот, но сегодня мы будем говорить не обо мне, а мы будем говорить о .NET Core и начале. Наша адженда на сегодня довольно простая, небольшая. Хотелось бы, возможно, какие-то вопросы-ответы. Дискуссию, может быть, получится ответить. Поговорим вообще про .NET Core. Зачем он как бы нужен, что он из себя представляет. Какая, вот, скажем так, моя проекция видения это того из того, что я попробовал, что у нас, скажем так, просят люди, клиенты, возможно, какие-то потребности, что у других я там постоянно пытаюсь проводить время на GitHub, смотреть, изучать. Также .NET Standard, поговорить, дать определение, что это такое, зачем оно нужно, какую оно проблему решает. Про installation overview, пару слов вообще, как поставить .NET, что это такое, ну, как запускать. Command line tools, IDEs и editors тоже очень важно сегодня. Ну и, наверное, самый трепещущий вопрос, это поговорить, что же такое, ну, .NET Core, что такое .NET Framework, в плане, когда, что использовать. Может быть, у кого-то будет такой выбор, поэтому тоже подискутируем на эту тему. Итак, такое вот официальное лого, да, .NET. Microsoft это слайд с маркетинга, да, any developer, any app, any platform. Это большой прорыв, да, то, что теперь мы можем писать, например, на Windows под другие платформы, отличные от Windows, мы можем писать на Mac под Windows и тому подобное, да, под мобильные. Это очень большой ход. Это очень классно, это очень важно для enterprise. Вы понимаете, что в какой-то момент проиграли Java по одной простой причине, да, что, ну, как бы в мире серверов, где хостятся приложения, Windows это малая доля, да, Linux занимает больше, гораздо львиную долю часть. И запустить, ну, довольно сложно, да, там .NET. Мы поговорим, зачем оно нужно и что оно не решает. Это дальше тоже будет. Вот, но давайте подумаем, больше интересно, как мы к этому пришли. А, такая небольшая диаграмма, что было до этого. Кстати, интересно, вот, ну, я думаю, что многие из вас застали, вот .NET Framework 1.1, да, может 1.0, возможно, еще это бета, но такой интересный как бы случай. Раньше это была cutting edge технология, все хотели с ней работать, но я думаю, что вас сейчас, ну, вообще никаким не заставить работать с .NET Framework 1.1, да, думаю, даже 2.0. Да, хотя в какое-то время это было такой cutting edge, это прорыв в технологии. Поэтому надо, скажем так, относиться к тому, что сейчас есть .NET Core, с пониманием, что это новый виток развития, и поэтому нужно, скажем так, некоторые вещи прощать. В принципе, что у нас было? У нас был .NET, но он и сейчас и есть, и остается. Были в разные версии CLR, да, они двигались. Тут это очень, чтобы не путали, да, у нас есть там C-Sharp стандарт языка, у нас есть своя CLR, Common Language Runtime, она разных версий, и есть еще фреймворки. Обычно фреймворк шел по дефолту, встраивался в системы. А, то есть, например, 3.5 SP1 с семеркой, да, мы не волновались, если нужен 4, мы доставляли. То есть постоянно шло с операционной системы всегда. Вот, с этим были как бы нюансы, трудности, оно тесно связано, и причем фреймворк у вас может быть один всегда только на машине, да, если вы ставите, например, у вас стоит там 4, вы ставите себе 4.5, у вас стоит только один, 4.5 фреймворк. Ну, не может стоять два одновременно. Фреймворка. Это тоже как бы нюансы, трудности.
И если у вас там одно приложение работает под таким фреймворком, новый ставить, может ломаться. Global Assembly Cache, ну, проблем куча. Ну, не мне вам рассказывать, вы это знаете прекрасно. Так, с чем же выступил Microsoft и сказал, вот есть у нас .NET Core. Давайте определимся, мы понимаем наши минусы, наши проблемы, давайте сделаем что-то такое для каждого. Да? Пусть это будет кроссплатформенно, потому что оказывается в мире не только Windows есть, люди хотят большего, хотят другие платформы разрабатывать. Давайте теперь сделаем, чтобы мы могли писать на C-Sharp, нам для этого не нужно скачивать какой-то .NET фреймворк, потом компилятор, потом это невозможно как-то собрать. Давайте, ну, для этого еще нужно скачать Visual Studio, установить, это не с первого раза. Куча-куча всего, да, то есть, чтобы начать писать на C-Sharp, если честно, да, то это, ну, пару лет назад, ну, не так было просто, да? Мы обычно говорили клиенту, ну, нам нужно environment настроить, поставить там, ну, это день-два, пока там все настроим, ну, это сложность из-за того, что инструментарий, как это все интегрировано в систему, завязано было. Вот, и обновление тоже, да, не было такого, давайте обновим только вот эту часть, которая отличается за работу с файловой системой. Нужно было обновлять все, что-то обновляли, что-то ломали, ну, нюансов много. Также это очень сильно повлияло на порог вхождения. Ну, то есть, если начинать, оказалось, о, это столько всего надо выучить, о, ограничения, это нужно обязательно иметь такую-то версию, там, такую-то платформу, тому подобное. Очень часто говорили, о, у вас закрытая платформа, что вы будете делать, а вы уверены в этом. Вот, ну, Microsoft сказал, ну, окей, хорошо, если вы на это жалуетесь, давайте. Мы сделаем даже для вас сайт .net. Ну, немножко не получилось, но это уже больше ограничения другие. Вот было бы классно вообще просто .net, ну, и заходить. IDE под платформы, ну, если честно, это как бы идеология, это планы на будущее. Сейчас сказать, что вы можете комфортно разрабатывать на любой другой платформе, кроме Windows, это неправда. Если честно, я вам покажу. У меня тут есть CentOS. Я думаю, что с Ubuntu у вас все сейчас достали, да, там все Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Я вам покажу, например, CentOS, да, чтобы понимать. И он приближен больше к Red Hat Enterprise Linux дистрибутив, то на чем желательно хостить .NET, если вы выбираете .NET Core в Linux environment. Просто Red Hat для Enterprise дает хороший SLA и поддержку нативную. Вот, ну и open source. На самом деле open source это очень важно. Важно понимать, что теперь вы можете не только смотреть исходный код, но я думаю, что для многих, ну, открыли исходный код, но не часто вы туда заходите, смотрите, что-то изучаете. Это, в принципе, правильно. Вас это не должно, как бы, наверное, интересовать в рамках наших задач. Но если интересно, тут больше открыт процесс, например, разработки. Вы теперь можете влиять на развитие языка. Например, вы можете смотреть, как происходит процесс. Очень часто мы интересуемся, например, там, а как же работать в таких больших там распределенных командах, где куча разработчиков и тому подобное. Для вас это хорошо, потому что вся работа ведется на GitHub, все планирование, issue, ну, все есть там. И вы можете влиять на спецификацию, вы можете репортить баги, фиксить. Довольно большой прорыв для нас как разработчиков. И того, что мы получаем на данный момент, у нас есть новый мир для .NET. Как Microsoft выпустил .NET Core, потом выкупил Xamarin, да, поглотил. Что у нас сейчас есть? У нас есть Windows Applications, которые будут жить долго и никуда не денутся. Это, например, там Universal Windows Platform, тому доказательство, да, что у нас будет Store, будет что-то запускаться. У нас появляется теперь не просто как бы сервис, у нас появляются кроссплатформ сервисы. И новый пункт для .NET это мобильные приложения. Вы можете заметить, что не только запускать на телефонах, но и на разных портативных девайсах. Там это могут быть, ну, сейчас и разрабатывается и виртуальная реальность, то есть появляются там HoloLens, различные приставки, ну, платформа довольно расширяется, то есть мобильное это не просто уже там телефон, да, мобильное это уже более такое широкое слово. Сегодня мы будем говорить о .NET Core, это посередине, да, то есть у нас есть Xamarin для мобильных приложений, .NET Framework
для Windows. А вот хотелось бы поговорить больше про .NET Core, но перед тем, как приступить, хотелось бы поговорить, как это все собрать воедино. Потому что вы понимаете, вы как .NET разработчик хотите писать что-то универсальное, вы не хотите переписывать каждый раз ваш код, если его надо использовать на Windows Application, потом, если мы его хотим использовать где-то кросс-платформ, надо еще переписать у специфики. Если мы идем на мобильный, то там вообще все меняется, парадигма, подход. Это не очень хорошо для нас, да? Мы бы хотели что-то иметь унифицированную платформу. И вот здесь вот как раз появляется .NET Standard Library. Она здесь называется Library, и многих это вводит в заблуждение. А, то есть это какая-то библиотека стандартная для всех. Нет, .NET Standard – это как раз из понятия это стандарт, это спецификация. То есть это какой-то документ. Интересный момент, что до появления .NET Core никогда не было никакой спецификации. А какое API у нас есть в .NET, какое оно будет и как оно саппортается. Вот, этого не было. Был стандарт языка и все. А вот спецификации не было. И, соответственно, могли писать API, любой, ну, просто так, скажем так, что-то могли выкинуть, как это было в первых версиях Netcore, это там что-то выкидывали, мы не можем это перенести, это мы выкинем. Люди приходили и говорили, что за фигня, это нам очень нужно, мы говорили, там, мы посчитали, что это нам не нужно. Ну, были нюансы. Соответственно, появился .NET Standard. Это то, что вышло за пределы Microsoft, и сейчас там участвует не только Microsoft. Это работает как бы такое, давайте назовем это отдел стандартизации, где люди занимаются тем, что пишут спецификации. Они выбирают API, фиксируют, и дальше уже идет имплементация этого всего. Вот. Соответственно, это нам даст, что мы пишем, используем стандарт API, пишем, а дальше уже проблема людей, которые делают имплементацию этой спецификации, как, чтобы оно работало на их платформе. Тут оговорка такая, ну, понятно, что есть некоторые вещи, которые не будут вам делать. Ну, если вы, например, привыкли работать с реестром и хотите, чтобы ваш код работал с реестром, то, например, на Linux, да, там, на каких-то мобильных, ну, вы получите not supported platform exception для этого метода. Ваш код компилируется, он будет вызываться, но в рантайме вы получите exception. Но это справедливо. Если вы захотите работать, например, с мьютексами именованными, да, на Linux, ну, то извините, но мьютексов нету там. Вот, поэтому эти надо понимать, это такие нюансы. Вот, на сегодня мы собрались поговорить больше про .NET Core, да, еще вернемся к Standard Library, немножко как это все связано. Но основные идеи .NET Core, которые бы я выделил, почему это довольно интересно? Во-первых, это нативная кросс-платформ поддержка. Знаете, очень часто говорят, а моно, у нас же было моно, или там люди говорят, о, да, .NET Core, это ж просто купили Xamarin и моно переименовали. Да, в .NET Core. Нет, это неправда. Ну, Mono разрабатывался отдельно, они пытались... Можно попросить там, кто ну, не говорит, это... Ну, вот, спасибо большое. Получается, что есть нативная поддержка cross-platform, то есть используется не просто там какой-то там подход, да, там, ну, мы посмотрели, примерно додумаем так. Mono, например, не использовала garbage collector, который мы привыкли в нашем .NET, когда разрабатываем. У них было две версии, причем последняя бог MGC только начала поддерживать поколение. До этого, ну, этого не было поколения, была другая реализация. Соответственно, и идеология Mono, если вы можете послушать людей, которые разрабатывали это, они говорят, нам Mono нужно было для UI. Mono супер классно для каких-то presentation layer. Оно никогда не разрабатывалось, чтобы быть для каких-то сервер-сайт, серверных нагрузок, чтобы оно было быстрым. И это правда. Ну, то есть, если вы берете Mono и .NET Core, .NET Core работает в разы быстрее Mono. Гораздо быстрее Mono. Также .NET Core очень сильно импровнули скорость, потому что до этого .NET Framework разрабатывался так, чтобы это было удобно использовать, чтобы это была такая быстрая-быстрая разработка, девелоперы были счастливы, чтобы было удобно этим пользоваться, но не думали о перформансе. Перформанс был, скажем так, наверное, на месте
втором, третьем, может быть, еще дальше. Сейчас это поняли, потому что И как ты заметился, вроде. Это так надо или это бага? По-моему, что-то мисклик. А с какого момента? Ну, может, кто-то просто кликнул случайно и меня замьютил? Ну, с момента по скорости, вот как начал Ага, рассказывать. да-да-да, по скорости, я понял. Просто кто-то замьютил аудиенс, наверное. Спасибо большое. А есть бенчмарк по скорости, кстати? А, да, вы можете зайти в репозитории. Бенчмарк я это скину в конце. То есть есть бенчмарк, но бенчмаркает в основном уже ASP.NET Core, да, который построен на базе .NET Core. Вот бенчмаркает в основном его, чтобы сравнивать. Я скину, есть Enterprise бенчмарки, вот это Tech Empowers. Вот, а можете сделать как бы сами свои бенчмарки. Но в .NET есть свой в фреймворке, я тоже скину репозиторий, ссылку на него. То есть то, что он стал быстрее Mono, я просто не знаю, может быть, я повторюсь, за это извиняйте. То, что Mono, оно как бы для presentation layer, и у него в идеологии не было быстрой разработки. То же самое, как у .NET фреймворка. У него не было идеи первоначально сделать быстро все, реализовать. Главное, чтобы было удобно, работало, и пользователи, разработчики были довольны, работали. Сейчас идеология поменялась. У нас есть API, все работает, все удобно, все привыкли, но хотим, чтобы это быстро. Соответственно, очень много ведется работы на то, что уменьшить количество локаций, сделать кэши, использовать оптимизации компиляторов, использовать современную архитектуру процессоров, чтобы там появляются симт инструкции и тому подобное, чтобы, ну, скажем так, это поддерживалось и самим фреймворком, чтобы вы не задумывались, такое вот ускорение получались. И самое главное тоже для меня это lightweight и теперь независимая инсталляция. То, что если вы ставите одну как бы runtime, вы можете их ставить сколько угодно, они друг друга не перекрывают, они изолированы. Соответственно, если ваше приложение работает, например, с этой версией, то вы не переживаете, если вам нужно поставить другую версию, и приложение будет работать с другой версией, вы никак не поломаете. И сейчас нету вот этого Global Assembly кэша, просто копипаст SDK, это можно скопипастить. Например, на Linux дистрибутив это ставится легко, скачивается архив, прописывается ссылки, вы просто копируете папку. То же самое делается и на Windows. Просто копируете себе папку, вы можете прямо скачать архив, раскрыть его и там запустить .NET. Все. То есть это все, что вам нужно. У вас нет никаких там проблем, что что-то перезаписалось, разные версии. Этого уже нету. Это большая, скажем так, большой прорыв, мне кажется, со стороны Microsoft. Он теперь там .NET Framework не весит кучу, не занимает кучу места. То есть здесь одни плюсы. Ну, open source, как я говорил, правда, тут надо понимать, что не все open source, но даже, например, Garbage Collector, он открыт. Единственное, он открыт, но, если честно, GCCP, по-моему, он файл, он более 30 тысяч строк. Вот, соответственно, то, что он открыт, ну, вам, может быть, и не даст никакого профита, то, что в нем сложно разбираться, ну, и поддерживает его только, скажем так, ограниченное количество людей, которые понимают, как оно работает, как они писали. Но над этим ведутся работы. Также, что очень важно, Microsoft заботится о такой вещи, как инновации постоянные и также стабильная работа. Теперь они выпустили, сделали сначала для .NET фреймворка, если вы там знаете, у них есть различные циклы релиза, да, вы можете быть, скажем так, получать быстрее обновления, можете получать медленнее для .NET фреймворка, я имею в виду стандартного. Для .NET Core они сделали тоже наподобие, я думаю, все вы знаете, как, например, Node.js, да, там и не только Node.js, у них есть Long-Term Support и Current, да, Current это последнее. Соответственно, если вы разрабатываете приложение и хотите быть уверены, да, что это стабильно, что там у вас есть саппорт, не будет меняться, вам нужно выбирать LTS.
Вот, для сканчивания, long-term support. То есть вы будете получать нотификации. Если вам не хватает каких-то API, нужны последние там технологии, вы готовы постоянно обновляться, возможно, какие-то breaking changes, то вы выбираете current. Ну, довольно все просто. Давайте немножко поговорим про компоненты .NET Core. Так как это все open source, вот тут я на слайде постарался вам собрать все, что в основном как бы интересно нам может быть. Возможно, не все пункты интересны, но .NET Runtime. Да, соответственно, Runtime полностью, ну, пишется с нуля, вот туда переносится, он лежит в репозитории Core CLR. Вот, есть также еще один runtime, который оптимизирован про ahead of time компиляцию, Core RT. Появилось интересное направление для того, чтобы код компилировался нативно. Мы сейчас немножко дальше поговорим. LLVM. LLVM это Low-Level Virtual Machine Codes. Это платформа компиляторов, это еще один промежуточный язык, который используется большинством крупных компаний, например, Apple поддерживает, это тоже open source проект. У вас есть тоже промежуточный код, и вы можете использовать различные компиляторы, которые супер круто его оптимизируют в нативный код и компилируют. Также у нас есть Foundation Library, вы помните, да, что у нас есть FCL, BCL, Core CLR включает BCL, Foundation это CoreFX. Также есть CoreFX Lab, где вы можете посмотреть последние, скажем так, попытки, может быть, не попытки, это, наверное, неправильное слово, какие-то proof of concept, реализации какого API они хотят добавить. Например, там slice и тому подобное, различные типы данных. Там value task, это оттуда пошло slice, это пошло от CoreFX Lab, там buffer стримы. Также отдельно есть тулинг сейчас. Есть у нас SDK наш runtime, да, ну, правильно говорить, runtime, и есть отдельно тулинг, это .NET CLI, который мы посмотрим. Есть отдельный для нее репозиторий. Ну и cross-platform compiler, который у нас появился уже давно, можно сказать, Roslyn. Также еще на этом слайде нет, но надо понимать, что у нас есть MS Build, теперь cross-platform MS Build, да, он тоже кроссплатформенный теперь. Если говорить про код генерации, немного вернуться, чтобы рассказать, куда двигается .NET Core и какие возможности они хотят включить. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть just-in-time компиляция. Да, мы все привыкли. Это как бы хорошо, потому что just-in-time у нас быстрая компиляция, ограничена. Мы компилируем методы и по одному проходимся по ним, да, в цепочке вызовов, когда они вызываются. Довольно простая, вот, довольно неплохое качество кода нативное получается. Но смотрите, представьте, если бы вы были согласны потратить немножко больше времени и построить не за какое-то определенное время, да, там код, который вы успели сгенерировать. То есть just-in-time он пытается оптимизировать как-то, но он ограничен во времени. Вам не нужен супер оптимальный нативный код, который будет строиться там 1 год. Ну, вам это не нужно. Это ограничение есть, что, например, за какие-то миллисекунды сгенерируй мне нативный код. Если ты не успеваешь там, то вот используй самую первую там реализацию. Что-то наподобие, когда вы SQL делаете запрос, он генерирует вам план выполнения запроса. Он строит тоже как бы не супер крутой, а оптимальный. За конечное время, короткое, построить план запроса, как запрос будет выполняться. Было бы хорошо иметь возможность, многие другие языки имеют такую возможность ahead of time компиляция. Когда вы знаете наперед, что будет использоваться, вы можете оптимизировать. То есть вы смотрите гораздо дальше. У вас есть больше возможностей получить лучшее качество кода нативного в плане оптимизации. Например, вы смотрите, ага, эта функция вызывается за этой. Я могу, например, там заинлайнить эту функцию и тому подобное. Ну, то есть just in time вы об этом не думаете. Вы думаете, как же быстро сделать это. Правда, какая тут проблема? Это делается на этапе компиляции, это не этапе рантайма. И, соответственно, нужно понимать, что тут, ну, время будет дольше компиляции.
Вот. Ну и, соответственно, deployment, так как вы ahead of time компилируетесь, вы не можете сделать что-то универсальное. Вам приходится это компилировать под платформу. То есть вы смотрите, ага, это надо под x64, это под x86, это пойдет под ARM32, и у вас будет куча дистрибутивов. Есть такой .NET Native, да, который сейчас тоже развивается, например, для приложений, которые паблишатся, используя вот это в Marketplace. Там тоже используется ahead of time компиляция под устройство, и у вас под каждое устройство, ну, под платформу свои бинарники. Вот. Если посмотреть более на диаграмму, да, вот что у нас сейчас есть. У нас есть C-Sharp компайлер, это Roslyn, он нам Intermediate Language делает, да, Common Intermediate Language генерирует. Дальше вы знаете, что есть JIT компилятор, который из промежуточного перегоняет уже в native код. Есть у нас Legacy JIT, да, а сейчас снова это RootJIT. RootJIT, который уже смотрит платформа, да, и начинает, например, там под x64 делать нативную just-in-time. Microsoft тоже смотрит направление, двигается в ahead of time компиляции. То, что я привел там ссылку на репозиторий, он Lilac, так называется. Это звучит как сирень, да, по-английски. Они берут промежуточный код и конвертируют в промежуточный код для вот LLVM базы компилятора. И, соответственно, когда вы с одного перегнали в другой, транслировали код, у вас открывается доступ к большому набору этих компиляторов, которые предлагает вот это LLVM, Low Level Machine Code. И вы, соответственно, можете использовать нативную компиляцию уже тоже, но используя ahead of time, и бинарники будут по скорости такие же, как если бы вы писали, например, там на C++, на C. То есть идея за этим скрывается такая. Ну, в принципе, это такое больше как направление, но надо понимать, куда движется и что этот шаг, ну, был бы невозможен, если бы заранее не запланировать. .NET Core, как скачать? Это landing page, да, мы набираем .NET, есть. Вы можете поставить с Visual Studio. Есть пререквизиты, поддерживается 15-е, да, 17-е тоже идет. Можно использовать VS Code, например, тоже без проблем. Если вы любите какие-то скрипты, не любите инсталляторы, у них в репозитории тоже есть куча скриптов. Это PowerShell скрипты, Bash скрипты, но там нужно позаботиться о пререквизитах. В основном это OpenSSL. Нужно поставить как dependency. Тоже написано довольно легко. Или вы можете использовать контейнеры. Очень удобно. Там последние всегда собираются контейнеры, последний рантайм. Но вставить их довольно не проблема. Вот. Ну, я думаю, что здесь вопросов особо нет. Если есть, размьютывайтесь, задавайте. Окей, давайте поговорим немного про Net Standard Library. Как я говорил, это спецификация. И есть у нас имплементация. Вот. То есть кто-то, я думаю, слышал, что у нас есть там .NET Standard 1, да, 1.1, 1.2, там сейчас 1.6, а сейчас там супер будет это .NET Standard 2.0. Есть спецификация, соответственно, добавят кучу API, туда, которых нету, мы можем там теперь наконец-то уже портировать почти все существующие проекты, да, они будут собираться, компилироваться, не факт, что работать на других платформах, но как минимум вы уже сможете это портировать. Соответственно, есть у нас спецификация .NET Standard и есть имплементация. Вот. Есть хорошая такая схемка на GitHub, как это мачится. И вот тут вот эту схемку я привожу, что важно понимать, что у нас есть большой набор вот этих платформ, вот этих стандартов. То есть обычно мы думаем, ну окей, есть там .NET наш фреймворк, да, есть там 4.5, 4.5.1, ну вот так, 4.6.2, да, сейчас последняя версия. Там есть свой набор API, который помещается. Есть также .NET Standard, есть Universal Windows Platform, есть у нас Windows Phone, да, они еще есть.
Вот. Есть еще Silverlight для Windows Phone. Она еще официально поддерживается, нужно о ней думать. Если говорить про Xamarin платформы, да, у нас там, ну, разработка, это появляется PCL. У PCL пытались решить эту проблему тоже, ну, если кто работал, да, знает, может, слышал, там с этим свои нюансы есть. Если вы хотите разрабатывать там какую-то библиотеку и вы выбираете, я хочу, чтобы эта библиотека могла запускаться на Xbox, например, там и на таких-то там девайсах. Соответственно, каждый раз, чем вы ставите больше галочек, на каких платформах запускалось, тем меньше вам дается API. Да, находится пересечение, которое работает везде. Если, например, какой-то функции нету на Xbox, то, к сожалению, она вам будет недоступна. То же самое и здесь. Если вы разрабатываете приложение, вам бы хотелось выбирать .NET Standard версию как можно больше, да, чтобы было больше набора API. Если вы посмотрите, тут с 4.6.1, да, мачится версия 2.0 .NET Standard. То есть, по сути, приложение, которое вы разрабатываете для .NET 4.6.1, в версии 2.0 будут, ну, доступны все вам API. Ну, по Извини, крайней мере, перебил, а специально. тут еще 4.6.1 на 1.4 мачится. Почему так? Ага, да, вот тут я как раз и хотел сказать, Макс, тут, смотри, хороший так коммент. Дело в том, что есть спецификация, да, вот как стандарт. Например, вышел ECMAScript 2015 стандарт. Но это спецификация, это не значит, что браузеры сразу будут так поддерживать. И тут то же самое, тут имплементация не всегда соответствует спецификации. Вот с такой вот проблемой столкнулись. То есть оно мачится на 4.6.1, но там нету вот этих API, которые вот, ну, не хватает. Они появятся только в версии 2.0. Вот из-за этого такая вот, ну, неразбериха. То есть если ты выберешь себе 1.4, да, оно мачится на 4.6.1, но у тебя не будут все API, которые есть 4.6.1 сейчас. В 2.0 должны это исправить. То есть и для этого вот эта То есть вроде спецификация. как мачится, но не мачится. Да, то есть, ну, как браузеры сказали, вот ECMAScript 2015 вышло 15 числа. Но это не значит, что 16 числа можно уже все браузеры Не, ну будут понятно, поддерживать. понятно. Ну просто... Да. Окей. И это основная из проблем. Ну, мы вот как раз поговорим дальше, почему .NET Core может, скажем так, для вас быть нехорошим решением сейчас. Вот. Если вы пишете свою библиотеку, было бы хорошо, чтобы вы ввачились на самую минимальную версию .NET стандарта. Но тогда у вас будет вообще очень мало API, и, соответственно, много чего нужно будет писать руками. Вот это такая вот нюанс, проблема. Вот как, ну, сделали замечание, абсолютно валидное. Что будет .NET стандарт 2.0? Это слайд с презентации, которые официально заявляли. Если вы посмотрите на API, вы можете увидеть, что тут такие базовые вещи, например, как отправить почту, вы не можете с текущего .NET Core. У вас просто нет API. Вы просто не сможете отправить почту. Вот в 2.0 оно уже будет. Да? То есть бинарного форматера, но, sorry, но его нет в текущей версии. Вот. Не поддерживают. XML парсить тоже беда. Много чего связано со срединговым, синхронизацией, тоже этого нету. Вот, ну, рефлекшена не было, но сейчас его пытаются по чуть-чуть добавлять, люди много жалуются. Вот, ну, то, что не хватает, там, рефлекшена, интеропа, ну, интероп может быть не так нужен, но рефлекшен, оказывается, многим людям нужен. Вот, и, к сожалению, из-за этого переход на текущее состояние .NET Core очень проблематичен. Простые вещи, которые вы привыкли за секунды находить где-то там в интернете на Stack Overflow или писать самим, то, что вы делаете в обычном .NET фреймворке, .NET Core — это, ну, целая головная боль. Ну, это, к сожалению, вот беда. И поэтому, наверное, начинать с версии 2.0 будет гораздо-гораздо приятнее работать. Это вот именно такая моя вот проекция видения этого. Если говорить вот как стандарт работает, да, вы уже все поняли. То есть у нас есть какая-то наша библиотека, которая говорит, я использую .NET Standard 2.0, а дальше уже платформы, это, скажем так, их зависимость. Например, там появится какая-то супер новая платформа,
Вот, вы не заботитесь об этом. О, теперь надо поддерживать, нужно куча там ифов наставить или еще какую-то сборку собрать. Нет. Если вы используете вот эту спецификацию, стандарт, то уже дальше проблема разработчиков сделать поддержку нативную на этой платформе. То есть, например, вы пишете там сравнение строк, да, и эту реализацию делает на Windows, сравнивает так, на Linux сравнивает так, да, на macOS сравнивает так. Почему я говорю? Потому что недавно, например, наткнулся на баг, что сравнение строк работает по-разному на Linux и также на Windows. Возвращает разные значения. Довольно интересный баг, и таких много. Из-за того, что кроссплатформенность, реализация нативная. Многие находят там перформанс ищи, говорят, что на Windows это работает секунды, на Linux это работает там просто минуты. И таких нюансов много, к сожалению, но они есть. То есть нативная реализация будет для вас сделана. Главное использовать метод из этой спецификации. Давайте, наверное, поговорим про тулинг. Это очень важно. Тут тоже ведется работа. И надо понимать сейчас основная вещь, изменения, особенно кто-то начинал работать с ранними версиями. До этого использовался там, если кто помнит, там было КНУ, потом какая-то К еще, КХ, КНХ, КНУ, потом переименовалась в ДНХ, ДНУ. Ну, потом это пошло в .NET, так как появился .NET Core, .NET Team была первая в этом, но, скорее всего, они могли это паблик шарить, потому что .NET Core не за день разрабатывался. Появилась .NET команда. А потом начали как-то собирать, появился X-Project, начались проблемы, как X-Project с CS-Project мапить, как со старыми файлами, как подключать, подключать нельзя. А появился там Project JSON, который работал в Serato, например. Наконец-то мы ушли от XML, слава там, все хорошо. Вот. Ну, а сейчас это все не валидно абсолютно, у нас будет CS Project. Мы про CS Project сейчас поговорим, то есть возвращаемся к XML. XML есть, почему MS Build кроссплатформенный, MS Build инструмент, который уже проверен временем, который умеет собирать все проекты. Да, то есть это Xamarin проекты собирает, Windows, веб-проекты, все он собирает, он умеет это делать. Он кроссплатформенный, он работает отлично. Да, то есть много проблем в нем решено. Соответственно, писать заново что-то, ну, наверное, не очень был хороший вариант выбор, и выбрали MS Build. И, к сожалению, есть вот эти миграции. Для тех, кто не начинал, ну, все хорошо. Как бы, а для тех, кто начинал, да, там были вопросы, о, убили Project JSON, беда, опять возвращаться к XML и тому подобное. XML, в принципе, не такой страшный, очень сильно изменилась структура. Я вам ее покажу, ну, я думаю, что она тоже как бы вам понравится. Теперь не Visual Studio, да, редактор. Еще здесь нету на этом слайде райдера. Райдер довольно мощный инструмент, активно развивается, JetBrains. Вот, и он кроссплатформенный. Это, наверное, единственный инструмент, который позволяет, правда, писать, ну, на разных платформах, то есть IDE. Visual Studio Code — это редактор, просто с расширенными возможностями, но не больше. Но сказать, что в нем можно хорошо разрабатывать, ну, если честно, ну, сложно. Очень сложно. Есть также Visual Studio for Mac, может быть, кто-то слышали. Была Xamarin Studio переименовали Visual Studio for Mac. Вот и появилась Visual Studio for Mac. Она осталась Xamarin Studio с ограниченной функциональностью, ну и в такой в превью, в альфа-альфа превью. Делать что-то можно, но попытаться открыть какой-то проект, ну, это очень сложно. Начинаются ошибки какие-то решать, билдить. Ну, нету такого хорошего dev experience, как используем Visual Studio. Наверное, если вы хотите разрабатывать на Mac и на Linux, Rider — это ваш выбор. Вот. Также можно, конечно, command-line интерфейс, все делать, все хорошо. По сути, все эти редакторы — это сейчас обвертки над command-line. Ну, и как раньше было, да, но теперь вы можете больше делать через command-line, а не использовать, например, там, scaffolding. Это раньше в основном были вещи, которые делал ваш редактор. Там скаффолдинг создать, новый контроллер, новый темплейт, новый проект. Это делало все редактор. Сейчас это делает command line. То есть вы можете делать руками. И собирает это все кроссплатформенный MS Build. То есть у вас нет уже зависимости
зависимости от моновской реализации билда, это XBuild. Ну, все хорошо, все нативно вроде бы как. .NET CLI довольно мощный. Тут команды не все приведены, но... Причем, тут, кстати, в первой уже на слайде это невалидно. Если вы напишете .new, мы посмотрим, он вам ничего сейчас не создаст. Нужно обязательно передавать уже темплейт. Но мы сейчас посмотрим. То есть все команды, что вам нужны, они уже есть встроены, вам не нужен никакой редактор. У вас все есть. У вас есть restore для NuGet пакетов, build, run. Сейчас есть доступ для MS-билда, для solution работы, добавить проект, reference. Все можно делать с команд-лайной. Еще большой плюс, что вот этот тулинг можно легко расширять. Вот, ну, то есть, если вы рядом с .NET положите какой-то ваш тул, там, .NET минус MyTool, и напишите .NET MyTool, да, то он запустит эту тулу. Ну, такая вот интересная. И еще большой, я заметил, что не все разработчики знают, большой плюс это OmniSharp. Это возможность отдать всю мощь Рослина любому редактору, такому как Visual Studio Code. Ну, когда вы запускаете там Visual Studio Code или Sublime или Atom, это не значит, что в них там встроен какой-то компилятор, анализатор и тому подобное. Они запускают OmniSharp. OmniSharp запускает в бэкграунде Рослин и поднимает сервис, по которым идет коммуникация. То есть у вас есть такой client-side, это ваш редактор, и есть backend, которому вы отдаете ваш solution, ваш проект, Рослин его собирает, билдит и дает вам полную информацию. То есть о проекте, что можно сделать, какие ошибки. И когда вы пишете код, просто передается вот эта дельта и говорится, ага. Ну, то есть это важно для того, чтобы ну, не было, было поддержки IntelliSense, например, каких-то ошибок, работы, то есть как вы привыкли. Мы не говорим, очень часто путают там, говорят, о, здесь есть дополнение. Очень часто это просто автокомплит. То есть вы, например, пишете, он не знает, что это переменная, какого типа string, int и тому подобное. Он просто находит текст и кидает его, показывает вам, о, наверное, используй это. Ты использовал там две строки назад. Нет, он использует полноценный IntelliSense. То есть он знает, что это int, он знает, какие функции у вас есть в коде и тому подобное. Вот. Наверное, давайте я переключусь немного. И, ну, думаю, слайдов устали. Есть. Наверное, давайте начнем с того, что как его инсталить. Я быстро просто покажу, расскажу. Есть нюансы, вот, но легко решается. То есть, если вы там набираете .NET, да, такой короткий, он вас редиректит, вы здесь нажимаете download, можете поставить фреймворк, нас интересует core. Вот здесь вот выбор, очень часто вы можете посмотреть, ага, но это значит long-term support, да, 1.03. Current — это уже 1.1 версия. Тут хорошая инструкция. Linux. С Linux будьте аккуратны. До .NET Core я не особо знал Linux-платформы и не работал. Я не знал, что их так много. Вот. И очень часто там, кто разрабатывает и говорят, проблема там, приходят и говорят, ой, у меня вот на Linux не запускается. И первый вопрос, хорошо, что у вас за дистрибутив Linux? Ну, у меня там какой-то Arch Linux или еще что-нибудь. Ну, то есть там говорит, у меня вот дистрибутив 20 мегабайт. Ну, вы понимаете, да? То есть дистрибутивов много, под все угодить сложно. А самая, наверное, нативная поддержка, ну, как заверяют, это от Red Hat, Red Hat Enterprise Linux сервер. То есть здесь встроено, и причем .NET Core презентовался на конференции Dev Nation Red Hat, который проводит, и там показывали .NET Core и запускали его на Red Hat Enterprise Linux. Настройка. Ну, понятно, что есть Ubuntu, да, там, ну, Debian Fedora я не использую. В основном CentOS очень похож на Red Hat Enterprise Linux, но как похож, ну, на базе одного дистрибутива сделаны. Вот, то есть проверяю. Установка довольно простая, как вы видите. Ну, просто копи-паст. Ну, сложностей никаких нету. И здесь команд нету таких там сложных, что что-то надо сделать, скомпилировать, там, полядра пересобрать, еще. Просто скопировать, распаковать, прописать в пути. Вот. Или, если вам это все не нравится, вы можете взять себе докер всегда и поиграться внутри докера. Ну, или с Visual Studio. На поддержка есть.
Так, это инсталляция, это мы посмотрели. Давайте немного про тулинг. Давай покажу. У меня вот есть .NET. Я вам хочу про CLI еще пару слов сказать. Здесь просто есть такое небольшое заблуждение. Вот если я наберу здесь .NET version, он мне выдаст релиз-кандидат. До этого еще выдавал, ну, релиз-кандидат был вообще недавно. До этого выдавала превью. Соответственно, люди, которые начинают работать, они себе это ставят и говорят, блин, какая-то фигня. .NET сказали, что они зарелизили, но нас обманули, и это на самом деле какое-то превью, или как сейчас, релиз-кандидат. Тут надо понимать важную вещь. .NET Core Runtime, он уже production-ready. Все, у вас есть поддержка, вы можете начинать на новом проекте. Но вот тулинг, он не production ready, он еще и в превью. То есть для разработки тот тулинг, который используется, он в превью меняется и тому подобное. Немножко это странно звучит, да, хотелось бы не только runtime стабильный иметь, но и тулинг, но как есть. Вот. Соответственно, когда вы скачиваете, у вас есть два варианта. Это скачать, я думаю, что вы видите, вот, есть инсталляторы бинарники, то есть я зашел в .NET CLI, там есть эта ссылка, то, что я вам показывал. И здесь и как раз уже есть билд-статусы, что они собирают под разные платформы. И есть предложение, то есть Windows и Mac это просто инсталлятор, next, 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 и у вас все есть, все хорошо. Или вы можете тоже скачать бинарники zip-ом. Для того, чтобы запускать ваше приложение, хостить, вам достаточно скачивать для вашего таргет-сервера .NET Core. Runtime и фреймворк – это все, что вам нужно. Это вот первое, да, то есть первое и вот третье – download. Этот архивчик поменьше. Если вам нужно разрабатывать, то есть на dev-машину, вам надо скачивать SDK. То есть это .NET Core Runtime и фреймворк и CLI Tools. Соответственно, тоже есть платформы, скачивайте, но тут главное нажать правильную кнопку. Скачали, есть, ну или докер как бы собирается. Вот. У меня, получается, используется сейчас как раз, наверное, думаю, ну, чуть-чуть это, по старее эта версия используется. Ну, то есть можно легко обновлять их, можно ставить сколько угодно, там удалять, они никак не пересекаются. Это разные папки, SDK, ну, лежат все отдельно. Берется самая последняя версия, но тут тоже могут быть нюансы. Если вы зайдете, например, SDK, переименуете просто руками в пути там 1.0 на 2.0, ну, то вы получите версию там, ну, там последнюю 2.0 и тому подобное. Ну, то есть можно обманывать как бы. Ну, это, наверное, смысла в этом нету. Вот, то есть тулинг, он в превью, он сейчас не, уже не превью, я извиняюсь, релиз-кандидат, четвертый. Вот, .NET Core, Runtime, это уже Enterprise Ready. Тулинг нет. Тулинг в ближайшее время будет, уже готов. Если вы наберете просто .NET, да, он вам покажет версию, да, там build, как бы help довольно хороший, то есть, в принципе, даже не нужен никакой там редактор, чтобы разобраться. Команд вы видите куча, есть уже, и они пополняются. Для того, чтобы начать работу, вам, ну, буквально надо добавить .NET New. Раньше это было просто, он создавал консоль. Сейчас это уже гораздо, скажем так, сложнее, уже это как wizard. А вы набираете что там new, short name, например, я хочу создать .NET new, консоль, а, и можно передать, какой фреймворк таргет использовать, там, help вызвать, просто solution файл создать. Вот. Все, оно создано, если посмотреть, у нас есть программ и проект. А, то есть, ну, проект довольно простой. Если вы видите, это не тот уже XML, который был раньше, что когда в CS Project у нас включался каждый файлик. Вот, что там добавили мы вот этот source, его надо включить в XML. Соответственно, чем он нам не нравился? Проблемы при мерже и тому подобное. Да, то есть как-то поменялись местами, уже конфликты нужно решать. Ну, проблем было много. Эти файлы такие были здоровые, ужасные, что-то найти просто так было сложно. И редактировать руками, но это уже считался верх мастерства, а возможно даже когда-то дурной тон, да, потому что, ну, его больше занимался IDE, тулинг редакции. И если вы его редактируете извне, то, соответственно, у вас, ой, надо все перезагрузить,
и пропадает надолго. Вот это поведение последнее перезагрузить исправили. Вы можете открыть в студии, потом зайти в текстовый редактор, поэдитать файл, сохранить, и студия сама автоматически перезапустит, подтянет все, что нужно новое. Там, если вы добавили пэкэдж, оно заресторит его, вот, или какую-то изменили настройку. Вот. Ну, программ CS я как бы показывать, ну, смысла нету, да, он довольно простой, Hello World. Вот его, кстати, можно, ну, собрать прямо моно, используя компилятор. Все работает, даже запустить собранное .NET. Ну, чтобы приложение обычное запустить, ну, даже любое, вам нужно написать .NET Restore, чтобы он стянул пакеты. Он считывает CS Project сейчас, да, а не Project JSON. Вот этот тулинг уже начиная с версии 4 поддерживает только CS Project. Вот потом .NET Build, да, стандартно. Видите, уже используется Build Engine такой-то, такой-то версии. Если кто-то работал раньше, то там показывалось, что это как бы Tula собирает, да, там мы Project JSON нашли, ну, и тому подобное. Ну и как бы .NET Run. Вот, все, оно как бы его запускает. Hello World. Ну, то же самое experience, ну, вы получаете как бы везде, то есть это хоть Linux, хоть Windows, хоть Mac, идея та же самая абсолютно. То есть в плане, правда, тулинга, если вы захотите разрабатывать как бы, то тут уже только Visual Studio Code или Rider. Rider сейчас в бета, в паблик бета, ну, наверное, превью даже правильно сказать. Вот. Ну и, соответственно, будет тула платная. Но там есть ReSharper, да, то есть на бэкэнде. Visual Studio Code, к сожалению, ReSharper не поддерживает. Но поддерживает базовую функциональность, какую нужно, там дебагинг, например. Давайте сделаем сейчас .NET Restore. Это тоже хотел бы внимание ваше здесь уделить. Он, кстати, говорит, что давай добавим нужные таргеты для билда, что дебаг сейчас сделали возможным кроссплатформенный. Для этого им пришлось переделать PDB как формат, сделать его кроссплатформенным и, соответственно, сделать дебаггеры нативные. Вот это непростая, я так понимаю, была задача для них, но они это сделали. То есть вы, в принципе, можете заходить и дебажить на других платформах. Даже можете подключать с Visual Studio, например, по SSH к вашему приложению. Оно может быть где-то на Linux, на Target сервере, контейнере и дебажить его. Вот. Это как бы хороший такой большой прорыв. То есть это кроссплатформенная. Теперь у нас есть вещь. То есть experience, в принципе, везде тот же, что мне нравится, но вы понимаете, да, кроссплатформенная разработка — это всегда беда, печаль в плане кода. Вот я смотрю, что многие люди, и сам, когда пытаюсь, сталкиваюсь с тем, что, например, есть нюансы. Если там на CentOS я хочу что-то сделать, но название в пути, например, папка демо и демо — это абсолютно разные папки, да, регистра зависимые. Вы знаете, что на Windows там одни разделители, на Linux другие. New Line на Windows — это RN, ну, на Linux это просто N. То есть для этого очень важно использовать всякие там переменные, там environment new line, которые, ну, вам помогут с этим. Ну и видите, что здесь работает OmniShark, как бы, да, он сказал, что все тут это поломалось, но это он там не сбилдил. Если я напишу там какая-то переменная, там 5, он это знает, что это int, а, ну и там будет, или что-то он тут, ага, напишем точку, что-то он здесь думает, какие-то ошибки, наверное, связанные с рестором. .NET Restore. Такое, кстати, я встречал после дебага, бывает, он теряет. Давайте перезакроем. Exit. Restore и код. Ну, то есть кроссплатформенная, помимо поддержки языка, нужно немножко менять подход в плане того, как писать код. То есть, ну, не просто склеивать там путь, а использовать там пас, билдер и тому подобное, API. Ну, довольно как бы здесь работы много. А также большой плюс, что я могу здесь уже паблишить, используя
ну, self-contained app. То есть я могу сказать все, что нужно моей API, положи, пожалуйста, в эту папку, чтобы я просто, ну, перенес эту папку, задеплоил, и все, что нужно, как бы весь runtime будет у меня в папке. Соответственно, дистрибутив растет, но вы не зависите, какая версия SDK поставлена у вас на сервере и тому подобное. Вот. Ну, то есть, это, скажем так, очень важно. Видите, туда он говорит, что это для инта. А если я там напишу, например, что b это string empty, а то напишу b, то он мне покажет все, что валидно для стринга. Вот это IntelliSense, ну, то есть это, ну, не просто какой-то автокомплит сделанный. А можно вопрос по инсталлятору? Да. А есть какой-то умный инсталлятор, типа как ClickOnce, который там сам докачает нужные зависимости, там нужные фреймворки и прочее? А для чего инсталлятор? Ну вот Ну, ты для говоришь. какого-то продукта или что? Ну, или для .NET рантайма? Ну вот ты говоришь там, чтобы запаковало все, чтобы просто zipak распаковал, и он как бы все в себе включал. Из-за этого там Ага. размер дистрибуции растет. Так вот, ну, есть ли какой-то там метод инсталляции, который бы там дистрибьютил твой там несчастный мегабайт кода и докачивал все, что ему нужно? Ты имеешь в виду через Node.js всякие там entity фреймворки и прочее? Ну, как ClickOnce сделает. Ты ему прописываешь там зависимости на все .NET, там все install шилды, которые ему нужны, и он там сам все сделает потом. Не, но это можно делать, ну, на самом деле, такого, наверное, сейчас еще нету. Есть кроссплатформенный инсталлер Squirrel, называется, с системой автообновления, можно сказать. Но тут идея в том, что когда там паблишим и говорим, что вот такой-то, ну, рантайм, то, наверное, это сложно будет сделать, потому что когда мы говорим под какие рантаймы. То есть я здесь говорю, что я буду использовать Windows 10, например. Вот, и все. То есть он скачивает сразу все нужные пэкэджи. Вот если сейчас я открою, у меня тут есть. Я просто хочу показать, как это выглядит. Так, и открывается. И сейчас я единственное перетащу это. Вот, здесь используются вот runtime identifier. Я должен указать, там в презентации в конце есть ссылка на них, то есть read. Я должен указать, на какие платформы я хочу. Я не могу сделать так, что собрать один дистрибутив, который ранится на всех платформах, там на OS, там на Ubuntu и тому подобное. Я должен здесь указывать всегда runtime identifier, потом сделать для них обязательно .NET Restore, чтобы он закачал мне все эти зависимости, и потом паблишить, и я не могу сразу паблишить под все рантаймы. Я должен сказать, что паблиш на вот этот рантайм, да, такой-то. У меня получится моя папка, которая на рантайм. Ну, а, соответственно, сейчас, наверное, надо будет, вот, возвращаясь к вопросу, логику эту делать кастомно. То есть мы смотрим такой инсталлятор кроссплатформенный, что мы запустились, например, там на Ubuntu, да, и надо скачать то-то, то-то. Но тут надо понимать одну вещь. Когда мы говорим инсталлятор, мы понимаем что-то UI-ное, да, то есть, ну, как бы пример ClickOnce. Эта штука не работает, потому что я вот вам показываю, например, CentOS, да, ну, как бы есть там UI, Ubuntu есть UI. Но в реалии, когда сервер какой-то таргет, у вас не будет возможности подключиться что-то наподобие RDP. Это надо понимать. Максимум, что вам дадут, это SSH. Подключайтесь по SSH, и вам нужен как бы только скрипты запускать Bash. У вас нет никакого UI там. То есть вы графический инсталлятор не запустите. И, соответственно, вам нужно будет писать скрипт какой-то. Ну, то Вот. есть Ну, получается, как веб-деплой пэкэдж, который ты таргетишь на что-то, получаешь zipak и потом его да, zipak инсталишь. потом распаковываешь, даже Если ты ставить неправильно его что-то как. указал, то все шляпа. Ну да, ну ты как бы есть zipak, распаковал его, все, запустил. Ну то есть приложение там написал .NET и все, запустил. Вот так вот, ну, оно как бы и работает. То есть это по сути будет zip. Но зато это удобно, в принципе, в плане инсталляции, если знаешь таргет-платформу, Xcopy довольно легко сделать.
А в папочку debug попадает пачка вот этих вот OSX-ов, Win10, то есть несколько папок будет в папке debug, правильно понимаю? Нет, оно будет в папке publish. Ну, то есть, если сейчас посмотреть, что у нас здесь есть, у нас есть bin, да, object, как мы привыкли. Если сделать bin, у нас тут все стандартно, да, debug, там, release. И, ага, тут большой. Тут у нас идет под какую платформу. И здесь уже у нас есть наша вот эта демо DLL, которую я, по сути, могу и запустить вот таким вот образом. Тут есть наша PDB-шка для дебаги, runtime config JSON. Это если вы, например, там хотите прописать ну, garbage collector, да, какой использовать режим сервер мод, workstation мод, то есть какие-то вещи, которые мы в app-конфигах обычно прописываем. Вот теперь есть demo runtime config JSON файл. А можешь прояснить вопрос? Я так понимаю, можно прописывать вот эти вот OSX, Windows 10, там еще фигурировали какие-то Win10 ARM, или там есть какие-то ограничения на комбинации? Нет, можно прописывать, но все, что доступно. То есть я сейчас... И будет много папочек просто, да? Ну да, когда паблишишь там папочки, то есть это будет... Ну, у меня как раз тоже есть тут ссылка, я прямо отсюда скопирую. Как выглядит вот паблиш, я даже, наверное, копировать не буду. Я его отсюда уже покажу чуть-чуть плюс. Build, 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 паблиш, паблиш, паблиш. Это вот будет очень полезно, так забегая вперед. Вот, то есть мы здесь указываем, какой фреймворк использовать и какой рантайм. Мы не можем здесь написать много рантаймов сразу. Мы напишем только, ну, один рантайм. Вот эти все вещи надо брать с тоже. Runtime Identifiers. Есть список. Runtime Identifiers. Ок. То есть нельзя сказать, что я хочу там на какую-то Windows 6. Да, там, ну, ой, что-то я не то сказал, Windows 6, Windows 7. Да? Тут вот есть вот такой вот набор. Да? И, соответственно, описание. Вот Windows 7, да, там отдельно x64, отдельно x86. Ну, на самом деле, вы понимаете, если вы скомпилируете в x86, он запустится на 64, но обратно и неверно. Вот, и есть как бы ARM, ARM это, ну, это другой тип процессора. Есть как бы ARM 32-битные, сейчас еще, я так понимаю, идет направление ARM 64-битное. Вот уже тоже как бы поддержка. Тоже Linux. Да, вы можете не на все версии, на какие-то супер старые, там Ubuntu до версии 14, я не знаю, я не спец в Unix этих, были ли какие-то версии, но для них точно имплементации нету. CentOS, ну так вот, Debian, Dora, то есть, ну вот это надо понимать, вот это тоже OS X. У вас есть вот, ну, три версии, которые вы выбрали. И, соответственно, вам нужно три разных. Вы когда запускаете Publish, у вас создается папка Publish, и там вот все файлы, куча там DLL, нативных имплементаций и тому подобное. Вот, то есть такая вот есть вещь. Раз я уже обратился сюда, это, ну, тоже в презентации показываю в браузере. Проблема, если вы начинаете сейчас работать, и вы начинаете столкнулись с проблемой гуглить, то, скорее всего, ответ вас приведет к Project JSON. Как сделать что-то, что-то на Project JSON. И для этого я вот нашел хорошую очень статья, написанная одним из разработчиков, кто участвует в .NET CLI. Как, что мигрировать, как смапить. Как минимум вы заходите и смотрите, ага, ребята рекомендуют в Project JSON добавить такую штуку, а у меня CS Project, что мне нужно сделать? Угу. То есть раньше добавляли так, мне нужно добавить так. Были зависимости, добавляли так, мне нужно добавить так. Вот. То есть, соответственно, как бы conditional и тому подобное. Вот фреймворки. Это очень полезно для тех, кто будет с этим работать или мигрировать. Есть, конечно, команда .NET Migrate. Вот, ну, она, в принципе, отрабатывает, и она делает вот такие вот, ну, трансформации. Вот, но я думаю, что будет полезно для вас. Кто интересуется этим? Какие-нибудь вопросы еще здесь есть? Может быть? Тут, наверное, вопрос был... Если включить разные рантаймы, то теоретически
на уровне IDE-шки и, собственно, интеллисенции, там все, ограничений не будет. А уже для какого-то рантайма можем получить билд, для какого-то нет, да, потому как рантайм не имплементит какую-то часть спецификации или такой. Не, ну вот смотрите, если вы тут, ну, подключаете какой-то рантайм невалидный, вот здесь я так понимаю, да, где у меня, вот, например, какой-нибудь, я не знаю, вот сюда там, да, ну, такого точно не было. Да? Вот здесь вот вопрос был. Ну, то есть, не, вот не, подключили или вопрос, что? Наверное, все рантаймы имплементят уже какую-то конкретную спецификацию, правильно? Последнюю, да? А, нет, рантаймы делают под платформу. То есть я, например, говорю, что я хочу использовать вот это там консоль в WriteLine, да, Hello World, или там использовать какой-то, получить все пути в текущей директории. Мне нужно получить все пути в текущей директории. Я говорю, что мне нужен такой-то и такой рантайм. Я хочу работать на Windows 10 и на OS X. Соответственно, вы понимаете, файловые API, они разные, да, отличаются. И для этого, когда я напишу .NET Restore, он мне тянет вот эти пэкэджи, которые имплементируют как раз работу с API на Mac, на macOS, на Windows, на Linux. Ну, тут вот такая может вот идея. Может ли оказаться, что для Windows больше чего-то реализовано и, соответственно, не упадет билд для билд macOS не или упадет, наверное, конечно. Linux, например, пэкэдж не получится, потому ну, что... Конечно, ну, нет, такое получится, но вот, например, я работаю с реестром. Я говорю, хочу на macOS, да, мы говорим про стандарт 2.0, хочу на macOS, да, записывать в реестр, считывать в реестр, и на Windows. Окей, мы ресторим пэкэджи, все хорошо, все есть, потому что API запускаем, на Windows работает, как и ожидали, на macOS падает в рантайме. Not supported exception. Потому что то когда есть вы не при билде упадет, угу. Не во время билда, а да. Уже в рантайме. Угу. Ну, но это надо понимать. Ну, я думаю, что нестандарт спецификация как раз скажет поддерживаемые платформы, где что. Ну, то есть, потому что если с реестром довольно все просто, да, то вот для людей, которые, вот, ну, как я вот, например, начинал, да, там вот Windows, я вот привык, что там есть мьютексы. А вот есть ли на Linux мьютексы? А вот есть именованные, есть неименованные мьютексы. А какие мьютексы есть на Linux? А какие там это, синхронизации, примитивы есть? Такие же, как на Windows или нет? Ну, и, соответственно, вот это, ну, нюансы начинаются. Вот если вы, например, на Mono будете запускать, на Mono есть кастомная реализация мьютексов. Да, ну, на .NET Core ее нет. Вот. Тоже, ну... Это нюанс, который платформ-специфик. И вот, ну, если честно, вот этим, наверное, и пугает кроссплатформенная разработка. Что надо знать хорошо другие платформы. Хорошо, а есть тогда какая-нибудь, может быть, туза, типа там, я не знаю, какой-нибудь DebriefXcope с чем-нибудь еще, который ты просто ее натравишь, скажешь, вот такой код, не будет ли в рантайме эксепшена? Ну, который, грубо говоря, просто просканит методы. Я понял, ну, я пока не встречал. Есть, ну, различные там... утилиты, которые сканируют миграции и тому подобное, легко мигрировать, какие методы есть. А вот такое, честно, я не знаю. Думаю, может, кто-то, если там работал, знает. Там есть canihas.net, всякие такие штуки, они проверяют, что за API, что там специфика. Я думаю, надо посмотреть. Сейчас я не могу так сказать. Про я просто подумал, что runtime как-то влияет на компилятор, на генерируемый IL-код. То есть... Ну, рантайм нет, рантайм не меняет, ну, не влияет на компиляцию. Ну, виртуальная машина, по идее, везде одинаковая. А что значит виртуальная машина? Ну, которая выполняет. CLR. Ну, Ruji, да. Как бы, но надо понимать, что есть, ну, вещи, которые... Ну, CLR интегрируется с нативной вещью. Ну, как ни крути. Хорошо, good. Просто чтобы, ну, сильно как бы людей, то оно так затянулось, это немножко. Вот, про пару слов буквально хочу сказать, когда выбирать .NET Core, если кроссплатформенная нужда,
то берите .NET Core. Если вы думаете, что Mono более зрелый продукт для сервер-сайда, ну, к сожалению, нет. С Mono то же самое, куча ошибок, и Mono не готов для сервер-сайда такого высокопроизводительного. Все это понимают, все это, ну, как бы используют, никто это не скрывает. Контейнеры, если вы не хотите заморачиваться с гигабайтами Windows контейнеров, то и нужно работать в контейнерах, вам такая нужна поддержка, то, конечно, ну, .NET Core, потому что он запускается на Linux, это тоже хорошо. И если у вас куча версий будет разных, ну, тоже не стоит бояться брать как бы .NET Core, потому что есть self дистрибьюте такие пэкэджи, ну и так далее. То есть, но ставится один к одному, Xcopy легко в Continuous Integration и Continuous Deployment гораздо облегчается жизнь, как запаблишить и тому подобное. То есть даже если веб-приложение паблишить нужно куда-то на ремоут сервер, то есть нюансы. Кто там с CI/CD сталкивался, ну, понимает, что, ну, приходится там постоянно какой-то один и тот же набор хаков непонятных, которые сразу не запомнишь. Вот. Когда же выбирать .NET Framework? Почему нельзя выбирать .NET Core? .NET Core нету UI никакого. У Microsoft очень сильно проигрывает, что нету никакого кроссплатформенного UI. Вот. Ну, то есть это мы не говорим про веб, потому что веб это рендерится в браузере, да, UI. Вот. Но если у вас веб-формы, Windows Workload Foundation, WPF, Windows Form, ну, то .NET Core, пока даже я не видел какие-то даты или планы в родмэпе, что будет что-то кроссплатформенное в плане UI. То есть это как бы не подходит. WCF нету сейчас, но идет разработка. Есть клиент в превью, WCF клиент, но сервиса на .NET Core WCF вы писать не сможете. Если вам нужен Signal R, он тоже сейчас активно переписывается для поддержки ну, кроссплатформенности .NET Core. Вот. То есть, если у вас есть текущий application, он работает, ну, просто бежать и переводить его на .NET Core нужды нету. Ну, потому что .NET Framework будет поддерживаться, будет обновляться, ну, дальше продолжать, скажем так, свое развитие. .NET Core это немножко отдельно сейчас. Вот. Подводя итог, с какими проблемами, скорее всего, столкнуться придется, надо знать tools. Теперь неотъемлемая часть, что вам нужно работать с command line, ну, как минимум придется работать. Если мы говорим про правильную кроссплатформенность, надо понимать немножко, что такое Linux, что такое macOS, как они работают, в чем отличия, какие-то нюансы, и пытаться обезопасить. То есть некоторые ошибки, которые нам прощала раньше операционная система, например, когда мы там пути сами склеивали, там мы знали, какие слэши и тому подобное. Сейчас это для нас будут баги, большие баги. То есть надо знать экосистемы, где будет запускаться наше приложение. Вот. Также я подготовил набор ссылочек. Думаю, будет интересно то, что статья говорил, что есть. Также глоссарий, потому что с .NET Core появились и новые вещи, такие как Lilac, да, там, ну, использование и тому подобное. То есть CoreFX Lab тоже разные новые термины, вот как read, например, говорят, RID, да, это runtime identifier. Ну, то есть вам уже это нужно тоже как бы знать. Вот, будет полезно. Ну и в принципе у меня все. Я думаю, что сейчас, как бы, если у кого-то есть время, еще остались силы, то, пожалуйста, задавайте вопросы, с радостью отвечу. Спасибо вам большое за ваше время, за внимание, за комменты, что были. Вот. Есть у кого-то вопросы? Да, у меня есть. Спасибо за познавательную презентацию. У меня вопрос, вот, ну, по сути, грубо говоря, структурный такой. У нас есть WPF, под который мы не можем делать, допустим, приложение, короче, на .NET Core. Но по сути же нам никто не мешает взять, допустим, сделать какую-то либу, подключаемую в WPF приложение и заюзать ее там, допустим, для какого-то импрува перформанса. Или будут с этим проблемы какие-то? Ну, в WPF сейчас, кстати, есть, ну, разработка кроссплатформенная таксомарин. Они что-то пытаются сделать. Ну, есть еще там это Forms и тому подобное. Но
Заюзать это если сделать какое-то уже межпроцессовое взаимодействие. Но только в этом случае, если будет какой-то сервер-клиент, например, приложение VPF, это будет клиент и будет interprocess communication с сервером. Например, вот как ребята из JetBrains делают райдер. Райдер это IntelliJ IDEA плюс ReSharper. То есть ReSharper запускается как отдельный процесс, а IntelliJ IDEA это ну, просто client-side. И все. И он дергает вот этот хост и постоянно коммуницирует между ними. То есть, ну, наверное, вот так вот можно сделать. Потому что у нас UI не может быть кроссплатформенной. Вот, ну. Единственное, не потерять ли тут на вот этом межпроцессовом взаимодействии. Потому что им пришлось писать даже свой протокол. Ну, чтобы это было, правда, быстро. Да, это я знаю, это я читал про них. Но я же говорю как раз про то, что нам не надо кроссплатформенность. Мы просто будем на винде запускать, да, приложение, но просто мы туда будем подключать либу, которая будет там написана на коре. Вот, ну, по сути. Ну, приложение нельзя так подключить, да, потому что VPF использует на Target Framework. Тут все равно нужно будет разделение. Но даже их запустить нельзя будет. Понял. Спасибо. Скажем так, в одном процессе. Ну, на данный момент. Я думаю, что дальше как-то, наверное, будет исправлять эту ситуацию. Можно вместо VPF на какой-нибудь Unified Windows Platform приложение написать. Я думаю, оно же там как-то будет .NET Core дергать. Universal Windows Platform, да? Ну да, EVP этот. Ага, UWP. Она использует, больше ориентируется на .NET Native, но и она как бы сейчас не кроссплатформенная. Ну, то есть она работает там, где вот они называют Unified Windows Platform. Соответственно, это Xbox, HoloLens, там, ну, Windows 10, возможно, сейчас какие-то там ARM и тому подобное, ну, то, что с Marketplace. Ну, и с дистрибьюцией, я так понимаю, тоже есть свои нюансы, проблемы. Ну, только через Marketplace, ну, насколько мне сейчас известно. Ой, не Marketplace Store, по-моему, Microsoft Store, или, но я Microsoft могу Store. ошибаться. Да. Но в него же можно подключать PCL, то эти библиотеки. PCL, да, но я сейчас не уверен насчет того, что можно туда подключать .NET Core библиотеки, которые адресуют .NET стандарт. Ясно. Ну, это как раз получится, когда CS Project будет, ну, уже полностью. То есть ради этого и делали, потому что говорят, вот есть у нас UVP, например, проект, да, а как я туда X-Project подключу? Ну, соответственно, надо в MS-билде дописывать там поддержку этих X-Project'ов со своей структурой, да, там будет Project JSON еще, там будет обычный CS-Project с XML, ну, в общем, такой зоопарк. Соответственно, говорят, давайте лучше будет везде CS-Project, да, с XML, просто мы облегчим структуру. Вот, кстати, сейчас, вот, Дим, я вижу еще там коммент внизу, ну, уже это поправили, то есть Hello World, ну, уже не занимает несколько гигабайт. Да, такое было раньше. То есть просто Hello World, .NET Restore, оно скачивало кучу-кучу всего и было там 600 мегабайт стягивало. Сейчас они это уже оптимизировали. То есть если даже запаблишить, ну, там приложение будет незначительно, это десятки мегабайт. Так Да, ну, я имею в виду, что если ты просто Windows Runtime с Nougat качаешь, оно там, сам этот Nougat пакет, он там на все эти Windows платформы просто. 32.64 семерка, 32.64 А, десятка, я армы. читал, да, Там просто согласен. вообще. Ну, но это надо понимать. Ну, сейчас нету такой возможности, да, что он включает все, что нужно для рантайма. Он еще не умеет так понимать прямо круто, что у вас только Hello World, и, соответственно, нужно включить только эту библиотеку, которая отвечает за вот вывод. Да, ну, там все подключится, garbage collector, все будет работать. Соответственно, чем больше вы пишете кода, ну, тем, скажем так, ну, размер рантайма то остается тот же, да, добавляется размер вашего кода. Вот поэтому надо понимать, что обычно думает Hello World, о, блин, 60 мегабайт весит. То есть, если я напишу сейчас 20 проектов туда добавлю, то оно будет весить там 360 мегабайт. Нет, ну, это будет 60 мегабайт плюс ваш код. Ну, сейчас просто ваш код маленький, да, будет 10 мегабайт вашего кода, будет, ну, 70 мегабайт. Ну, то есть, тут такая зависимость. А еще вопрос, ты говорил про то, что студия будет CS Project новые, она будет иметь возможность там, знаешь, редактировать в соседнем редакторе, и она автоматом его релоаднет. И вопрос, как быть, вот, знаешь, бывают такие громоздкие солюшены, в котором там в одном только проекте там, ну, пару сотен файлов, и таких проектов будет там несколько, знаешь.
То есть вот если такой проект, ну, CS Project поредактировать, оно пытается его анлоднуть, потом релоднуть. Вот у меня сейчас проект в 15-й студии бывает с гита, просто там бранч свитчер, да, меняется CS Project. И все, студия умирает минут на 5. Да-да-да, вот это проблема, потому что он релодит все. Вот смотрите, ну, более-менее такой проект, да, то есть, ну, это ASP.NET Core, мы о нем вообще не говорили, это отдельная тема, но тут на пару дней можно закопаться с ней, там, они переделали все. Тут используется CS Project. Я вот открыл его в редакторе. Мы пост оплачиваем или предоплатим? Женя, прости, ты там сейчас что-то про финансы говоришь. Вот, получается... Что там по оплате? Блин, жалко. Вот, получается, вот здесь вот не включены такие вещи, как... Сразу за 2 месяца. Обычно я хожу, не за 2 месяца, норм. А курс какой? Помнила. Вот, и получается, здесь уже не включены штуки, да, вот source файл. Обычно проблема из этих, каждый файл, который нужно скомпилировать, он вот здесь вот идет, да, там include, 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 include. И вот эта проблема, то, что он перезагружает. Сейчас немножко загрузка по-другому. Он берет CS, вот этот project, поднимает и асинхронно начинает загружать. То есть, по идее, тормозить так не должно быть, потому что файлы можно редактировать и так, они уже не зависят от CS project, то есть не надо ждать, пока CS Project полностью обработается, скажем так, пропроцессится, да, студии. Так она что, folder-based теперь, что ли? Просто раньше да, там... Она folder-based, то есть все, что сейчас есть в фолдерах, оно вот соберет. Ну вот видите, вот это, ну, CS Project, здесь ничего это, ну, то есть нету. Будем готовы к ситуации, когда кто-то поработает локально, не вчекинет файлик, но в итоге, ну, не вчекинет, я имею в виду, в solution, в project. Но в итоге оставить его на диске и закоммитит, и он будет компилироваться и все наломать. Ну да, но в принципе это такая ситуация, как бы, ну что ж, и так можно было, да, кто-то даже закоммитил, но вы смерджили и CS Project. Ну, понятно, если кто-то что-то туда подключит, такое, что будет ломать, будет ломать. Но вам будет. Ты просто кинешь папку файлики, он сломает весь проект. Ну да, но вы зато будете знать, что ломает идею. Ну, если это файлик какой-то левый, ну быстрее выкинете. Ну, то есть. Зато папки станут чище. Да, ну, тут понятно, но нету такого решения, которое нельзя поломать или что-то. Но запись, если кто-то видел package.json, да, он был красивый, да, он был понятен. Вот, в принципе, с XML они, ну, смогли сохранить много чего. То есть, видно тут же вот настройки, что паблиши, да, то есть, это wildcard поддерживаются, такие выражения. Возьми все за паблиши с www.root. Да, все с views там запаблишить, эти скопируют. Ну, то есть это можно через студию. Тоже, как бы, настройки, ну, довольно неплохо получается. Пэкэджи, ссылка на проекты тоже, ну, довольно неплохо получается. Ну, там какие-то скрипты, если нужно запустить. В принципе, читаемо, ну, править, почему бы и нет, с текстового редактора. Ну, то есть CS Project не такие страшные, как были. Еще чем .NET интересен, то что вот, ну, кроссплатформенность, иногда удобно какие-то, знаете, скрипты, например, вот нужно было что-то сделать на машине, не Windows, и что-то автоматизировать работу. Есть Bash. Bash я, например, не знаю. Вот, ну, его как бы надо учить или гуглить, или понимать. Мне проще, ну, .NET скачать и на .NET, и на C-Sharp написать и запускать это кроссплатформенно. Ну, правда, сейчас PowerShell тоже начали писать на .NET Core, и PowerShell теперь кроссплатформенный. Я думаю, это наше спасение. Если мы знаем PowerShell, то же самое мы можем делать теперь, это, ну, PowerShell запускать и на Unix дистрибутивах. Ну, типа, будет интерпретироваться в Bash? Нет, он будет нативно на базе .NET Core. Ага. Так он же, PowerShell, в принципе, тоже на .NET Framework работал, этот PowerShell. Да, но сейчас он на .NET Core, соответственно, работает. Ну, понятно, если вы тоже там запросите, а дайте мне какие-то там получить пермишены там через ACL вот эти, да, ACL, ну, то Windows Specific, он тоже вам кинет exception. Вот какие-нибудь еще есть вопросы? Или какие-то там, может быть, ваши наблюдения, ваш экспириенс, опыт поделиться? Я
Есть такой вопрос. У нас сейчас есть какие-то проекты, которые используют в продакшене Core? Я не знаю насчет точно как продакшена, но я максимум могу сказать точно, что у нас есть проекты, для которых пишут с использованием ASP.NET Core и .NET Core. Вот. И я не знаю, зарелизили они или их нет, но запускают, но это была первоначальная идея, то есть даже она пошла со стороны клиента, вот что надо писать, потому что мы хотим хоститься на Linux. То есть давайте на .NET Core. Максим, я знаю проект, я был на таком проекте где-то полтора года назад. ВБ-шные сервисы на .NET Core клиент хотел. И там. Тут не дело в том, что хотел, я знаю, что просто зарелизили, в смысле, да. Ага, окей. Помните, да, мы говорим просто клиент А, клиент Б, если кто-то там сейчас скажет, я на супер там проекте и делаем, придется вырезать. Но я знаю, что есть, и приходят запросы. То есть. В принципе, клиенты сами хотят, чтобы использовать .NET Core, контейнеры. В принципе, может быть, даже иногда это упирается в то, что не так хорошо развита экспертиза, потому что новая технология. И, может быть, продавливаем в сторону, что давайте как-то на моно, я не знаю. Образно так говорю. Но пару проектов точно есть. Окей, спасибо. Хорошо, еще какие-нибудь вопросы или нет? Чтобы тоже не занимать так время, то почти 2 часа.